Итак, всем привет, ребят! С вами Flutter Green, и сегодня мы будем играть в Луна 3. Собственно, суть в том, что мы давненько не проходили какие-нибудь Луна-геймы, Луна-игры, и, собственно, я хочу поскорее закончить с ними вообще навсегда, по той причине, что мы никак уж не можем закончить почему-то. Их аж игр, по-моему, 7 по Луне, а эта игра уже третья, между прочим. Так что нам еще играть и играть, собственно. Да, замечательная мелодия. Все же, да, должно быть все няшно, все круто. Все-таки Луна Гейм, да. Я уже заколебался идти. Потому что, ну блинский, это уже длится достаточно долго с одними и теми же самыми декорациями. Можно только с ума сойти. Так, все, что нам остается, это прыгать, бежать и все. Подустал я немного, конечно же. Ну да ладно, идем дальше. Так, надо было, наверное, проверить сначала, что вообще сзади есть, потому что еще можно было бы назад пойти и посмотреть, что там будет. Уж интересненько мне стало. Ну, пройдем, так что ладно. Окей, музыка начинает искажаться. Как будто, знаете, в кассетном плеере просто-напросто начали садиться эти батарейки. У меня есть один кассетный плеер, и в нем, когда садятся батарейки, то постоянно вот так каждая мелодия звучать начинает. И это немножко пугающе. Ну, когда это Окей, это было очень громко. Так, я так понимаю, сейчас должно что-то измениться. Окей, у нас есть прорыв. Чё ты орёшь мне на ухо? Тоже уже. Ладно, ну мы попытаемся не умереть сразу, хотя бы. Еще один. Окей. Пока что будем обходить такие вот преграды, пытаясь перепрыгнуть. Оу. Еще больше стало преграда. Что ж, мы пока что справляемся на ура. Что ли? Что я еще могу сказать? Ебой. Я вам говорю, мне не сложно. Типа, хоть это видео будет длиться 10 минут, я должен узнать, что будет, если мы будем продолжать вот так вот бегать. И не падать в прорыв. Потому что, ну действительно. Что может вообще произойти? Когда она упадет внутрь, то мы и так понимаем, что она, скорее всего, помрет. Но а вдруг мы ее сможем пройти? Кто знает? Ого, какая большая стал. Подождите, что? Как будто голос Пинки Пай, на самом деле. Показалось, может быть, я не знаю. Надо было, наверное, какую-то кофту одеть, а то мне жутко холодно стало что-то. Во время записи. Окей. Я думал, сейчас что-то должно было случиться, ну ладно. И эта игра даже подлагивать стала, лол.
Она ж вроде не такая требовательная, это один экзофайл, можно сказать. Тем более у меня стоит видеокарта GTX 1050 Ti. Так что то, что оно иногда подлагивает, это как-то странно. А хотя экзофайлы частенько так вот подлагивают, так что тут, возможно, и норма. Ладно, на следующий, наверное, буду прыгать внутрь дырки, потому что я чё-то понимаю, что это вся будет такая вот игра. На следующий прыгну. Потому что она бежит, бежит, и вроде как все одно и то же. Как будто оно, знаете, подлагивает, и с этими самыми подлагиваниями она, типа, меняется. То есть отматывает назад, скажем так. Давайте прыгаем. Что-то громко-то. Окей. Она расчлененная. Это было громко. Но что я хочу сказать? Вот такая вот у нас Luna Game 3. Видно, что разработчики запарились на третьей части очень сильно. Да. Что ж, а на этом все, пожалуй. С вами был Flutter. Всем удачи, всем пока, ждите четвертую часть.